Фото с Дед Морозом, со Снегурочкой фото. Мальчик, хочешь со Снегурочкой сфоткаться? Нурик, а? Надо, иди отсюда. Нурик, 21 век, давай на чем-то другом деньги заработаем. У меня шикарная идея. Ну говори, внученька моя. Ой, да выйди с образа. Давай создадим новое приложение. Ага. Знаешь, вот человек захотел кушать, он дома сидит, просто заказывает, а другой человек с большой коробкой ему еду приносит. И есть такое приложение? Как есть? Есть уже, сделали уже. Ой, мою идею это украли они. Сделали. А смотри, еще новое. Человеку куда-то ехать надо, не надо ему на улицу выходить, там руку поднимать. Просто дома сидит, заказывает, машина к подъезду приезжает, он садится. Есть ему... такое, есть такое приложение. Как есть, блин? Блин, тоже мою идею украли, блин. Смотри, супер идея. Угу. Приложение, где есть список классных мест. А? Угу. Ага. Еще можно делиться с этими местами, как с плейлистом. Делятся же. Ага. Вот, еще он показывает дорогу, как без пробок быстро туда доехать есть можно. Есть такое приложение? Где? Вот, Яндекс.Карты называется. Вот, смотри, видишь, можно создавать список мест, вот я создал, и можно делиться с друзьями. Ну, вот, смотри, хочешь с тобой поделиться? Давай. Видишь, поделился. Классный список. Да, вот. Все, можешь сесть, все, пойдем работать. Мальчик, не уходи, иди сюда. Подожди, теперь ты Снегурочка, а я Дед Мороз. Мне не идет быть Снегурочкой, тебе идет быть Снегурочкой. Красивая ты Снегурочкой. Я не очень Снегурочка, ты красивая Снегурочка. Ты красивая. Oh, the weather outside is frightful.